где пароход. 30 ноября в Московском доме музыки известная узбекская певица даст 2 сольных концерта. Сейчас она находится в гастрольном туре по городам России. И, как уточняет издание, билеты на ее выступление расходятся задолго до концерта. Слава после проектов «Голос» и «Вышка» сделала свое дело. Недавно она записала альбом узбекских народных классических песен под названием «Тартадур». Запись была сделана живьем в студии записи при Гостелерадио Узбекистана. Но сведение выполнено на знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне Джонатаном Олтом. Кроме этого, в Бристоле на Мол Студио вместе с автором Оливером Смитом при участии Пола Коркета Севара записала поп-альбом на английском языке. Но в планах певицы выпустить его одновременно и на русском языке. Сейчас ведется работа над текстами. Как отмечает Севара, альбомы будут выпущены на Мистерии Рекордс. Там же будет издан еще один диск «Мария Магдалина».